Всем доброго времени суток! Как уже многим стало понятно из названия, данная игра расскажет нам историю, или если точнее альтернативную историю, о путешествии аргонавтов за Золотым Руном, написанную по мифам Древней Греции. Когда-то в детстве легенды и мифы Древней Греции входили в источник моего любимого чтива, и вместо того списка, что задавали прочитать в школе на летние каникулы, я заходил в библиотеку, чтобы взять что-то из своего списка желаемого. И так осилил и Трою, и 12 подвигов Геракла, и кучу всего еще. Поэтому еще из тех времен питаю теплые чувства к данному направлению, и игры в этом стиле не исключение. Само собой, как только на прилавке магазина появился данный проект, то вскоре он был у меня, и в принципе, несмотря на недостатки, не разочаровал, и о нем действительно стоит поведать. Как уже было сказано, перед нами альтернативное повествование о аргонавтах, поэтому от книжной версии тут лишь основа. Жил да был Ясон, хорошо жил, ведь папик у него был не простым крестьянином, а царем Иолка. Данную землю благословил сам Зевс, поэтому урожайность и красота тут была повышена. Еще в раннем детстве Ясона познакомили с Алкемой, принцессой с другой земли, благословленной Аресом. Поначалу между ними зародилась дружба, спустя энное количество лет переросшая в любовь, а после, когда наш герой сам стал царствовать, можно было и королевскую свадьбу сыграть, вот только свадьба пошла не по запланированному варианту. Во время церемонии во дворец проникают лазутчики и убивают будущую царевну, однако наш парень сдаваться не намерен, и узнав, что любовь можно вернуть, отыскав крутой артефакт, раздает последние указания, просит благословения у богов и отправляется в плавание. Начало, а если брать точнее, то первую локацию, наше маленькое царство, довольно интригующее, ведь помимо неплохой для своего времени графики, красивых и кровавых боев, где герой, убивая врага, способен взорвать тому голову булавой, либо вообще разрубить надвое, нам сразу говорят, мол, хоть ты хочешь все бросить и отправиться за руном, но на тебе ведь царство, так что выбирай капитана стражи, решай споры, помогай в окрестностях. Что приводило к мысли о неком менеджменте и о нескольких концовках. Мол, будем плавать, бить врагов, затем возвращаться домой, чтобы раздать новые приказы, и снова в путь. Но после понимаешь, что нет, фактически ни на что это влиять не будет. Так развилка в некоторых квестах и прокачка. Поэтому продолжаешь играть уже как в просто довольно неплохой экшен-РПГ. По мере прохождения на своем арго мы посетим несколько областей, каждая из которых представляет собой открытую коридорную локацию, ну или фактически открытую. Временами нам необходимо будет продвинуться дальше по сюжету, чтобы пройти в ту же запертую дверь или отодвинуть булыжник. Передвижным штабом в наших странствиях будет служить уже упомянутый корабль, и по своему назначению должен был напоминать ту же Нормандию из Mass Effect'а или Ястреба из Звездных войн. То есть на нем обитают члены нашей команды, которых мы находим во время путешествий, причем их можно поделить на спутников, Ахиллеса или Геракла, эти могут путешествовать с нами, и штат. Вроде кузнеца, эти чем-то помогают на самом судне, тот же кузнец улучшает доспехи. Со всеми ими, свободное от странствий время, можно пообщаться, расспросить, чем живут и что планируют в будущем. Правда, система взаимоотношений до конца не доведена, поэтому кроме как на получение информации и лишнего опыта, разговоры ни на что не влияют. Да, и команда, что должна как-то помогать в походе путем того же апгрейда экипировки, делает это по сюжету, подойди в нужный момент и получи. Никаких квестов вроде «А найди ко мне в странствиях 3 мифриловых слитка, и я сделаю кольчугу» нету. Также на судне имеется храм четырем богам – Аресу, Гермесу, Аполлону и Афине, и по задумке данный храм должен был стать пунктом прокачки, о которой я расскажу позже. Но то ли в ПК-версии, то ли сами разрабы после решили отказаться от данной задумки и дали возможность повышать навыки в любой момент игры, просто пройдя в раздел «Атрибуты», отчего данная комната стала ненужной. Поэтому в основном наше судно служит лишь этаким островком и проводником в другие локации. Кстати, хотя в игре и предусмотрен выбор, в какой очередности проходить области, но единожды их пройдя, назад вернуться не выйдет. Локации для приключений по структуре состоят из следующих зон. Мирные или относительно мирные – это обычно какое-то поселение или город, по которому блуждают или просто стоят всевозможные NPC.
Большинство из них для массовки, с ними даже поговорить нельзя. Это горожане, стража, в общем, некто безымянный. А вот с именными дискуссия вполне возможна, где варианты ответов представлены в виде диалогового колеса, и от этих самых вариантов может зависеть исход словесной дуэли, хотя все же в большей части они влияют лишь на прокачку, опять же о ней после. Как и положено, помимо основного задания, тут есть и второстепенные, которые мы опять же получаем в процессе общения, и здесь второстепенки выполнены довольно интересно. Нет, не сами задания, они стандартные, отнеси, принеси, убей, но вот часть второстепенных, совершенно не связанных друг с другом, в конце может связать какая-то деталь. Простой пример. Гуляя по городу, встречаем женщину, которая нам пожалуется, что ее мужа за долги отправили сражаться на арену, мол, один бой и долг уплачен. Также встречаем мальчика, что спросит, можно ли нас ограбить, а то его побьют и не покормят. В процессе общения с мелким узнаем, что он любит петь. Попав на арену, естественно, по воле случая, мы должны будем сражаться в паре с должником. Если он выживет, то после можно узнать, за что он попал и чем увлекается, а именно музыкой. Далее, в определенный момент сюжета, мы снова встречаем мальца. И если до этого обошлись с ним хорошо, обо всем расспросили, а также выручили и расспросили должника, то открывается возможность пристроить парня в семью. И это один из примеров, такой квест не единственный. Главное вовремя оказаться там, где нужно, отчего играть весело. Хотя бывает надоедает мотаться из одной точки в другую. В принципе, в городах больше делать нечего, и герой смело может отправляться исследовать остальную локацию. Торговли здесь нету. В более опасных местах нас будут поджидать враги. Обитают они только группами, и ими же нападают, временами получая подкрепление извне. В и врагов стандартный, бегут к нам и пытаются побить, применяя доступные приемы. Наш же герой также на месте не стоит и рывками, перекатами, либо заслоняясь щитом, уходит из-под ударов, попутно орудуя тремя видами вооружения. И вот тут поподробнее. Ясон с собой постоянно носит меч, булаву и копье. По мере приключений мы сможем находить новые виды этого оружия, заменяя по стандарту старое. И каждое из них, по идее, должно лучше подходить при борьбе со своим видом противника. То есть меч быстр и хорошо рубит врагов в легких доспехах. Булава медленная, но мощная. Крушить ей тех, кто защиты, одно удовольствие, но по-быстрому можно промазать. Копье же отлично подходит для атак с фланга, и при помощи его мы можем отнимать щиты у оппонента. Отсюда вырисовывается тактика, что мы видели в том же Ведьмаке, но на деле игру спокойно можно пройти, выбрав и прокачивая всего один вид вооружений, и даже той же булавой сшибать быстрых. А мечом резать бронированных, хотя поначалу это и посложнее, но с прокачкой становится все равно, опять же недоработка. Также в сече нам доступны спецприемы, или сила богов, и представляют собой заклинания, применив которые мы сможем многократно себя усилить, исцелить или еще что. Истраченная сила со временем восстанавливается, после чего снова доступна для использования. Конечно, в бою с нашей стороны участвуют соратники. Не скажу, что они тут так уж и нужны, битвы тут несложные, но какую-никакую помощь окажут, по крайней мере задержат оппонента, пока мы по одному их будем щелкать. В конце каждой из областей нас ждет босс, и в принципе это единственное существо, что имеет шанс нас запинать. В бою с ними желательно придерживаться какой-то тактики и использовать определенный тип оружия. Ну лишь желательно. В любом случае убить можно как угодно и чем угодно, особенно хорошо прокачавшись. Прокачка в игре довольно интересная и осуществляется двумя способами, но вначале следует рассказать о ее структуре. Итак, у нас имеется 4 божества, которым наш герой поклоняется. Это уже упомянутые Арес, Гермес, Аполлон и Афина. Эти боги 4 направления в прокачке, или 4 класса со своим уровнем. То есть Ясон у нас фактически мультиклассовый герой, только в отличие от Врат Балдура, где опыт между профами делился поровну, или Невервинтера, где мы выбирали, кого прокачать, друида или воина, здесь опыт набирается по раздельности, в зависимости от наших действий. И первая возможность – это диалоги. Дело в том, что во время разговора у нас частенько будет выбор, как ответить, и каждый ответ будет угоден тому или иному божеству. И вот в результате такого выбора в копилку к какому-то богу будет стекаться опыт, приближая нас к заветному левелу.
Есть еще и второй способ, а именно подвиги. Правда, подвигом тут будет считаться не только победа над той же Медузой, но и выполнение всяких квестов, а также достижения в стиле убить 10, 20, 30, 40 и так далее людей, минотавров или големов. После чего каждый такой подвиг можно посвятить тому же Аполлону или Гермесу, и чем героичнее этот подвиг, тем больше опыта ему потечет. С левелом нам выделяют 1 балл на распределение по древу навыков. Понятное дело, что самые крутые плюшки находятся в конце списка. Сами же навыки можно поделить на активные и пассивные. Пассивные действуют всегда, ну а активные дают нам какое-то заклинание. Причем каждое божество специализируется в каких-то определенных способностях и оружии. Тот же Арес улучшает нашу булаву и позволит стать машиной смерти. Что прокачивать, каждый решает сам. Победных и проигрышных конфигураций нет, хоть всех и все по порядку. Игра в любом случае проходится без проблем, конечно, с учетом выполнения всех дополнительных квестов и полного обшаривания. У игры куча недоработок и недостатков. Опять же, кажется, что просто товарищам-разработчикам не хватило времени для реализации задуманного. Но знаете, даже несмотря на минусы, что первый раз, что сейчас, данную игрушку я прошел с удовольствием. То ли из-за направления саги, то ли из-за какой-то притягательности. Поэтому рекомендую к ознакомлению всем любителям RPG. Игрушка, конечно, небольшая, но думаю, 3-4 вечера она у вас займет. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.